С начала текущего года управлением Россельхознадзора Дагестана был проконтролирован ввоз более 23 тысяч тонн свежих овощей и фруктов. Из Ирана и Турецкой республики поступило более 3 тысяч тонн овощей и более 20 тысяч тонн фруктов на склад временного хранения «Виадук». Отметим, что в 35 товарных партиях растениеводческой продукции в количестве более 517 тонн было обнаружено 4 вида карантинных вредных объектов. Кроме того, был также обнаружен западный цветочный трип, восточная плодорожка и повилики. Так, в целях защиты более 50 тонн растениеводческой продукции было отправлено на обеззараживание и более 465 возвращено в страну импортеров. Вследствие данных обнаружений владельцы грузов привлечены к административной ответственности.